Приветствую всех снова. Пока экспортировалось предыдущее видео, я синтезировал такой замечательный тембр. То есть от руки нарисовал таким образом гармоники и немножечко добавил глайда, то есть сглаживание совсем чуть-чуть. Что ж, рассмотрим эффект Brilliance. Специально оставил этот тембр, поскольку здесь четко просматриваются три области низких, средних и высоких частот. И смотрим, что будет происходить теперь. Эффект Brilliance — это усиление или ослабление присутствия высших вот этих гармоник, что по результату дает более яркий или более унылый звук. То есть, по сути, поведение этого эффекта напоминает чем-то фильтрацию low-pass фильтром. Давайте послушаем. Но все-таки заметна разница. Когда происходит фильтрация, то затрагивается весь спектр, по крайней мере, фаза всего спектра, так или иначе, какой бы ни был хороший фильтр. Послушаем еще раз очень внимательно. Звук словно немножечко дрожит, немножечко подрагивает весь целиком, когда двигается фильтр. Чего не происходит при применении эффекта Brilliance, потому что здесь просто на другом уровне действует. Область вот этих высших гармоник, она усиливается или ослабляется без всякой фильтрации и искажения фазы. Слышите? То есть это можно использовать как более совершенный фильтр на уровне синтеза. В следующем видео рассмотрим, собственно, эффект, который называется фильтр.